Насмотрелась лайфхак, как проверить корма. Короче, вот это подушки для привередливых собак. Кузя их очень любит. Это корм Ландор. Обещают 30% мяса. А это обычный педигри. Вот проверим, сколько мяса в этих кормах. Короче, вот подушечки, вот Ландор, вот педигри. Как вы понимаете, мясо должно упасть на низ. Пока выигрывает Ландор, но и подушечки тоже вон. Короче, ждем. Это вообще сверху торчит педигри. Ну, проверим, короче, ждем пару часов. Ну, что вам сказать, прошло несколько часов. Так, подушечки поменяли цвет на мочу. Упала только одна подушечка. То есть состав тут, конечно, говноватый, но корм дорогой. Ну что, корм Ландор победил. Он самый первый начал опускаться вниз. Вот цвет у него прозрачный. Видите, по сравнению с этим какой? Вот. Ну и, конечно же, педигри. Смотрите, как он разбух. Представьте, что творится у ваших животных в желудке. Он просто разбух. Вот так вот это все выглядит. Поэтому я вам скажу так, если я кормила своих животных вот этими подушечками очень вкусными, я перехожу на Ландор. Вот, а вы делайте выводы.